Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Фрэнсис Уильям Эдмонд. Спекулянт. 1852 год, холст масла, 63 на 76. Фрэнсис Уильям Эдмонд посвящал свое творчество комическим социальным сюжетам, отображающим наивность граждан и жизненную неразбериху на американских границах в 1850-е годы. Демократия означала возможности для всех, и особенно много их появилось для спекулянтов, которые были рады обмануть своих доверчивых клиентов. Высмеивая пороки современного ему мира, Эдмонд показывал, что мечта о справедливом обществе дает трещину. На картине «Спекулянт» изображена жанровая сцена. Семейная пара сельских обывателей скептически, но заинтересованно слушает представителя строительной ассоциации, обещающего им лучшую жизнь за сравнительно небольшую цену. Ловким движением руки продавец разворачивает список из тысячи ценных лотов, и его лукавый взгляд говорит о не совсем честных намерениях. Удивительная привлекательность образов художника в значительной степени объясняла его способность обнаруживать юмористическую сторону повседневности, а глубокое сочувствие к человеческим треволнениям в обыденной жизни помогало избегать надуманности в постановках. Живописец умел тонко передавать психологические особенности ситуации, изображая быт простых людей в неглубоком, похожем на сцену пространстве комнаты, тщательно выписанными предметами домашнего обихода. Но такое описание я нашел в интернете к работе Фрэнсиса Уильяма Эдмонса. Она называется «Спекулянт», 1852 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.